Каждый десятый наркоман живет в Павлодарской области. Сейчас в стране на учете по наркозависимости состоят 18 тысяч человек. Из них 1912 павлодарцы. Посчитали в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья. Правда, на деле цифры значительно выше, считают специалисты. Частные клиники не уведомляют о своих пациентах органы здравоохранения. Почему растет число тех, кто выбрал иглу, соль или порошок? Репортаж моей коллеги Раисы Моргуновой. Худоба, расширенные зрачки, бессонница, паранойя, разговоры на несвязные темы. Таков портрет типичного наркозависимого, говорят специалисты. И отмечают, в реабилитационные центры приходят все более молодые пациенты. Интернет сделал покупку запрещенных веществ, доступной даже детям. А на вопрос, бывают ли наркоманы бывшими, врачи не скрывают. Как минимум каждый третий возвращается. Болезнь – это хроническая зависимость, да? И, естественно, это есть такое, что у хронической болезни есть период ремиссии и период обострения. Вот в целом пациенты возвращаются, когда у них, скажем, обострение заболевания. Глебу всего 19 лет, но это уже шестая его реабилитация. Начал с того, что в 11 друзья угостили марихуаной. Потом попробовал синтетику и уже не остановился. Отношения с родителями испортились, доверия к нему нет. Парень рассказывает, что в предыдущие курсы лечения для него главной целью было поскорее выйти из лечебницы и снова начать употреблять. Сейчас уверяет, что твердо решил завязать. Я был ребенком на тот момент, а для меня это было... способом самореализации, для меня это было инструментом для того, чтобы справляться со своими чувствами, эмоциями. Для меня это было инструментом, чтобы попасть в более взрослую компанию. И я вообще не слушал своих родителей от слова совсем. То есть я не воспринимал ни одного слова, которое они мне говорили. Считал, что они враги для меня. Я наркоман. Тех, кто произнес эту фразу, в Павлодарской области еще около 2000. Сколько еще дней доходит за помощью, не знает никто. К слову, и в государственных, и в частных рехабах им гарантируют анонимность. В первых курс лечения длится от 2 месяцев до года, во вторых минимум 4 месяца. Однако есть но. Никакая реабилитация не поможет, если зависимый сам не решит завязать, говорят врачи. Объяснять бесполезно. Нужно создать именно мотивацию. То есть к лечению. Мотивация создается каким образом? То есть поведение родственников. То есть создаются условия для того, чтобы не помогать ему, то есть в финансовом плане. И когда он понимает, что он ничего не может сделать, и он тогда обращается за помощью. Антилидерство Павлодарской области по числу зависимых специалисты связывают с хорошей работой участковых наркологов. Мол, отлично мотивируют лечиться. Полиции же констатируют, нарколаборатории в регионе не обнаружили. Трафик идет из других областей. Чаще всего изымают уже расфасованные в закладке вещества. В течение 3 месяцев нами задержано 25 граждан, из них в возрасте от 18 до 22 лет выявлено 15 преступлений, связанных с распространением запрещенных веществ. Из них 90% это именно факты наркосбыта. Изъяли более 31 килограмма наркотических средств разных видов. Задержанным наркодилерам грозит от 15 лет тюрьмы. Раиса Моргунова, Арман Якубов, Астана Таймс, Павлодар.